Ну и в завершение из рубрики «Ласковый и нежный зверь». В интернете то и дело набирают популярность ролики, на которых домашние питомцы демонстрируют храбрость и самоотверженность. Не так давно интернет-сообщество покорило кошка Тара, спасшая ребенка от соседской собаки. Позже ей даже присудили премию для собак National Hero Dog Award. И это был первый случай в истории. На этом коты не остановились. Нынешним героем интернета стала домашняя любимица, прогнавшая с порога дома медведя. Произошло это на Аляске. Лесной житель, видимо, почуял запах еды и собирался зайти в дом, но на его пути внезапно появилось серьезное препятствие. Внезапным броском усатый охранник так напугал грабителя, что тот буквально скатился с крыльца, после чего отправился во свояси. Хозяйка сторожевой кошки призналась, что и не догадывалась о такой смелости своей любимицы.